Не сочтите меня за своего МС. Сейчас будет проза от Дениси. Всем привет! Сегодня я звезда Инста, а завтра просто юсер. Мне говорили неспроста. Была в трактирне у Петра Дворца традиция сия, что называлась «Версус Батла». Я был там, среди крестовских тех камней и знаменитых питерских белых ночей, что сам когда-то Гоголь воспевал. Видел я батл в лицах, их не выдерживает культурная столица. Среди тамошних очей и полупьяных их зарифмованных речей я наблюдал, увы, упадок благочестия. Неужели в пятницу вас нечем занять, кроме как в обновках щеголять, пойти бухать и своего соперника матом крышевать через слова «твою ж мать»? Версусе вы чешете свои носы и выясняете, у кого длиннее посты, кто больше собрал всех репосты. Вдохновения нет, когда вы на очередную вашу страстную суровую дуэль вызвали ваш нескромный бордель обычного паренька, который не знал Третьяковского угла, Кандинского, Шагала и Пушкина. Вообразили вы себя похлеще всякого козла, что на Ютубе собирает лайки. А ведь есть в Питере те, кто не знает о вашей рэп-версус-батле. У них другая работа. Сложная эта забота – растить малышей без отца или прикрывать ваши зада под ливнем пуль и шквалом огня, чтобы в благодарности вы чувствовали себя друзья. Обдумайте эти все мои слова, вложите их себе в уста. Раунд вам, господа!